Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Рада відстрочила обов'язкові касові апарати для підприємців. Сьогодні про те, що ж налаштовує приватних підприємців, будемо говорити разом з Зінаїдою Поповою. Зінаїда, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Добрий день. Будь ласка, даю вам слово. Розкажіть, що не влаштовує вас, що не влаштовує спільноту підприємців Дніпра і України в цілому. С началом борьбы, фактически законы о применении кассовых аппаратов для малого бизнеса, для единоналожников, является на сегодняшний день убийством малого бизнеса. В чем суть вопроса? Хотелось бы донести до широкой общественности некоторые аспекты, которые не освещают центральные каналы. Почему? Значит, кассовые аппараты, фискальные и нефискальные чеки, понятия, в которых не разбираются даже те, которые вменяют нам эти кассовые аппараты в виде новых законов против, подчеркиваю, против малого бизнеса. Значит, цель упрощенной системы налогообложения – это самозанятость людей, которые в возрасте там, от 20 до 60 лет умные, здоровые, работающие, которые могут принимать рисковые какие-то решения, обеспечить себе рабочее место, а также членам своей семьи. На сегодняшний день малый бизнес очень хорошо справлялся с этой задачей. Но все поменялось с введением законодательства о кассовых аппаратах. Значит, кассовые аппараты... Многие люди, по крайней мере, так освещают нас центральные каналы, обвиняют в том, что мы не платим налоги. Это большая ложь, большая неправда, которую создали власть имущие для того, чтобы провести в действие свои законодательства. Каждый единоналожник платит как минимум 2000 гривен налога в месяц, это если он сам занят и без наемных сотрудников. Объясняю доступно, так чтобы каждый услышал. Ни один человек, который является плательщиком единого налога, он не скрывает своих доходов от государства. Государство когда-то в 1998 году приняло такую систему налогообложения для того, чтобы людям было легче отчитываться. Благодаря этому очень многие имеют кусок хлеба насущный, и не надо думать о том, что эти люди зарабатывают сверхприбыли. Нет, они имеют возможность содержать свои семьи, учить своих детей, а также их лечить и спокойно жить, не прося ни копейки у государства. Приблизительно так это выглядит. Что такое кассовые аппараты? Значит, нас государство подводит к строгой отчетности. Что это обозначает? Это то, что мы каждую единицу товара должны вводить под какими-то невероятными кодами, и вся эта процедура будет отнимать основное рабочее время предпринимателя. То есть ты не можешь... поставить на приход товар, если ты не придумал ему кодировку и не получил сертификат от государства на этот товар. Все это мертворожденный ребенок, оно не работает. Такие законодательства должны внедряться в жизнь годами для того, чтобы это было все точно и работало. Господин Гетманцев, инициатор этой системы законодательств, уверяет народ в том, что это все очень легко и просто. Брехня, я извиняюсь за выражение, это все неправда, потому что даже он не знает концепта своих законодательств. Когда его на комитете господина Гетманцева спросили о том, чем отличается чек от фискального чека, чек не смог ответить. Чем отличается рынок от нерынка, от правовластности, так сказать, чек не смог дать вменяемый ответ. То есть он не знает даже, о чем говорит. Вот такие вот дела. Значит, любой предприниматель с радостью и удовольствием готов выдавать покупателю чек на товар. Это то, о чем они распыляются со всех экранов. Это несложно, но давайте же зайдем в подробности, что такое фискальный чек. Это то, о чем не может сказать пан Гетманцев. Фискальный чек ты не сможешь выдать, если у тебя нет приходно-накладных с таможни. В принципе,
Это и не должен делать предприниматель на единой системе налогообложения, потому что государство ему дало возможность сокращенно вести свой бизнес, платить одинаковую сумму ежемесячно для того, чтобы он мог заниматься продажами своих товаров. То есть на нас повесили, на предпринимателей, обязанности таможни. А то, что делается у нас на таможне, да и также во всех остальных областях, об этом умалчивают. В общем, на предпринимателей повесили всех собак. Очень хочу обратиться к социальным группам, которые не связаны с нашей деятельностью. Нас разъединяют, нас порочат в ваших глазах. Нам говорят, что мы не платим налоги. Мы их платим, мы готовы их платить в том объеме, в котором сейчас по законодательству нам это в обязанности вменяется, но с нас хотят содрать последнюю шкурку. Вот таким вот образом. Я надеюсь, я понятно высказала свое мнение. Это мое субъективное мнение. Оно не отражает мнение, наверное, правительства, мнение государственных чиновников, но объединяет мнение тех 60 тысяч предпринимателей, которые за последнее время, почти каждую неделю, то и два раза в неделю, их видят весь этот госаппарат, который на сегодняшний день просто убивает не только малый бизнес, но и всех жителей, граждан нашей страны своими недолугими законодательствами, которые не работают, которые не имеют никакой почвы под собой, которые не могут сейчас во время коронакризиса, во время экономического кризиса, во время военных действий в стране, они не имеют права убивать частный бизнес. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні? От як нам відомо, підприємці з Дніпра також їздили на Майдан, мітингували. Ці мітинги дали якісь результати, покращення, якісь здвиги у потрібному напрямку? Очень тяжело продвигається боротьба людей, жителей, граждан, предпринимателей, малого бизнеса и микробизнеса. 60 тысяч человек приехало 1 декабря, и 60 тысяч человек бросили свои торговые места, своих детей, своих стариков и приехали 4 декабря. А до этого было еще и 16 сентября, и по списку можно назвать очень много акций. Нас не слышит правительство. Господин президент, обращаюсь к вам. Прошу вас от всех малых предпринимателей не уничтожать систему единого налога. В нашем лице вы уничтожаете людей, которые могут трудиться, которые здоровые, которые хотят работать в этой стране и не хотят уезжать. В угоду каким-то требованиям международных фондов подумайте о стране, в которой было 40 миллионов. Вы нас просто уничтожаете. Остановитесь, подумайте о том, как мы будем дальше жить. Почему мы должны уезжать с этой страны? Мы ее очень любим, мы хотим приносить пользу здесь и сейчас. Мы готовы платить налоги. Так, я хочу зауважити глядачам, що у нас прямий ефір, тому тут живі емоції, живі такі слова. Сьогодні от Зінаїда Бругової. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, саме стосовно результатів вашої поїздки 4 грудня, що вам пообіцяли, що було зроблено або не зроблено, будь ласка, по фактам. На сегодняшний день под давлением большого количества протестующих «Зеленая власть» пошла на переговоры с предводителем предпринимательского движения Сергеем Доротичем. Чем закончатся эти переговоры, мы не понимаем, потому что власть не хочет слышать людей. Власть хочет делать то, что диктуют международные фонды всякие. И мы надеемся, что все-таки переговорные процессы дадут свои результаты, нам пойдут навстречу. Значит, на сегодняшний день мы уже добились того, что на год отсрочили применение кассовых аппаратов.
Но это не наша основная цель. Мы хотим, чтобы кассовые аппараты отменили, потому что они не имеют места при системе единого налога, и они, в принципе, не имеют места, они не работают. Кассовые аппараты в смартфоне – это система, которая не работает. Пусть пан Гетманцев сам попробует эти кассовые аппараты вменить и попробовать с ними работать. Оно все лежит, это все нерабочая система. Услышьте меня, пожалуйста. Господин Доротич на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы нам пошли навстречу. И мы вместе с ним. 15 декабря будет очередная акция протеста, на которой будет еще больше людей. Еще больше людей поднимутся, потому что то, куда нас ведет зеленая Влада, это тупик. Из нас хотят сделать гастарбайтеров, потому что у нас есть руки, и в любой стране нас будут ценить больше, чем наши родной неньки Украине. А скажіть, будь ласка, ну тобто ви підприємець, я не підприємець, і ви можете мені простими словами пояснити, чому при єдиній системі податків неможливо використання касових апаратів? Ну простими словами, як це суперечить, щоб ну було і нашим глядачам, які не економісти, було зрозуміло, в чому саме проблема? Возможно. И даже нужно кассовые аппараты, но в каком виде? Они не должны быть фискальные. Цель упрощенной системы – это показать общий доход. Если ты выбиваешь чек, это уже кассовый аппарат, и ты показываешь общий доход, потому что составляющая часть добавочной стоимости в этом общем доходе, она не такая уж и большая. И мы готовы показывать свой общий доход. Это вообще не сложно, тем более, что нам сейчас приподняли лимиты. Я не могу сказать, что их подняли, потому что у нас страна абсурдов, у нас ничего не работает так, как оно должно работать. И мы можем, мы и выдаем кассовые чеки. У нас стоят терминалы, которые отражаются через банки, нас видят государство, налоговые органы, как мы отражаем эти терминальные чеки. Почему не оставить все так, как есть? Хотите кассовые аппараты, пусть они будут просто кассовыми аппаратами без нагрузки, с маркировкой «фискальный чек». Они слишком много хотят от обычных людей. Они сами не работают по этой системе. Все их большие бизнесы не платят налогов в том объеме, в котором это положено. Пусть они заплатят налоги. А чек мы готовы выдавать. Секундочку, я договорю. Мы должны отобразить свой доход в декларации. Пожалуйста, сколько продаж, столько и чеков. Мы готовы это сделать. Но сидеть частному предпринимателю, значит, нам предлагают, нам вменяют целый рабочий штат, юрист, бухгалтер, экономист. Эти все люди будут задействованы, если мы будем делать фискальные чеки, потому что человек даже с высшим образованием не сможет разобраться очень быстро в той запутанной системе, которая с таможни тянется для нас в виде фискального чека. То есть мы должны отдуваться, все частные предприниматели, за то, что у нас таможня работает в серую. Мы должны делать фискальные чеки, их надо обрабатывать, на это нужно очень большое время, потому что мы не сможем, например, вот так вот ежесекундно сделать, вот пришел человек, захотел купить игрушку, 10% скидки сделать, мы не сможем, потому что это нереально, надо завести товар под другой кодировкой, там очень много сложностей, это не должно, мы же единоналожники, мы на упрощенной системе, так сделайте нам упрощенную систему. Почему сирийцы в Европе, которые читать не умеют, выбили кассовый чек, показали любому государству европейскому, что они выбили чек, это их оборот, и все, и государство не имеет к ним никаких претензий, люди платят налоги. Прецедента с такими правилами работы нет ни в одной стране мира, особенно по отношению к малому бизнесу. Позор этой власти. Ви можете якось понятно розказати, в чому різниця між звичайним чеком та фіскальним чеком, щоб у людей було якесь розуміння, ті, хто не економісти, щоб, ну...
Значит, с чего начинается фискальный чек? Он начинается с закона 367, который на сегодняшний день уже переделали в новое законодательство под другим номером, для того, чтобы запутать предпринимателей, которые борются. Он стал номером законодательства 2735. Значит, этот закон гласит о том, что каждая вещь на полочке у частного предпринимателя должна иметь сертификат с тому, эта вещь должна иметь доказательство того, что она к нему на полочку попала законным путем, то есть за нее заплачены все налоги. Значит, это очень сложно, потому что у нас неправильно работает таможня. Наверное, надеюсь, не надо объяснять, почему она работает неправильно, потому что она погрязла в коррупционных схемах. И вот с этого начинается вся беда. Потом, когда ты засертифицировал, предположим, этот товар попал к тебе сертифицированными, то есть там должны будут указаны быть поставщики, количество товара, каждая единица товара должна заходить под своим кодом. Значит, человек, который работает, вот, например, опять же, игрушки, потому что они мелкие, канцтовары, то есть каждый код, скажите, сколько человеку надо посетить времени, если он должен на приход поставить 2000 единиц товара? Не с позначкой, там, карандаш серый, например, а карандаш серый раз, карандаш серый два, карандаш серый три. Это удивительный процесс. Этот человек должен будет не приходить домой и не заниматься никакими делами. Более того, штрафные санкции за каждую мелочь. То есть ты не вовремя закрыл кассу, тебе штраф. Ты неправильно ввел товар, тебе штраф. Ты сделал скидку, это надо вывести товар, завести как новый товар. А что делать с тем товаром, который ты вывел? Вот какие вопросы. Я надеюсь, я понятно сейчас объясняю, что такое фискальный чек. Или просто, когда у тебя на приход пришло 200 там, единиц товара, и ты их поставил на приход, и ты продал 200 единиц товара, и отчитался государству просто по чекам, что ты продал 200 единиц товара. Потому что в компетенции единоналожников не должны входить свойства таможни. На нас вешают свойства таможни. Мы должны отчитаться государству за то, как попала игрушка или карандаш на нашу полку. Пусть этим занимается таможня. Почему этим должен заниматься единоналожник? И показывая общий доход, мы уже открываем все наши, ну как у нас открытая работа. Мы ни от кого ничего не скрываем. Налоги мы платим. И тот же пенсионный фонд. Просто на сегодняшний день уже пошла волна слухов о том, что медики не получили зарплаты по 20 тысяч из-за того, что мы, единоналожники, не платим налоги. Это неправда. Это вранье наших государственных чинуш, которые сидят и на проплаченных своих больших каналах телевизионных центральных, говорят везде неправду, опорочивая нормальное чистое имя предпринимателей, которые каждый день ходят на работу и пытаются прокормить себя, свои семьи и своих сотрудников. Що ж, у нас час конференції добігає кінця. Я хочу сказати, що дійсно така була емоційна прес-конференція. Сьогодні Зінаїда Попова, приватна підприємниця, висловлювала думку від лиця усіх підприємців України з приводу того, що Рада відстрочила обов'язкові касові апарати для підприємців. Дякуємо вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук. Маленьке доповнення по поводу штрафних санкцій, які вміняються єдиноналожникам. Штрафні санкції починаються від 51 тисячі гривень. Це якраз ось та сама сертифікація одної єдиниці товару. Якщо на руках у підприємця немає цієї сертифікації за ось той самий один-єдинний сірий карандаш, предпринимателя, наше умное и грамотное государство, может оштрафовать на 51 тысячу гривен. Значит, это большая несправедливость. Я очень прошу экономическую часть подтвердить нашим государствам, откуда расчеты на это, откуда экономические расчеты на такие штрафы. Человека оштрафовали за то, что у него не было сертификатов на 43 единицы товара, на 1 миллион 900 тысяч гривен. Вдумайтесь в эту сумму. Это при том, что единоналожник на второй
группе единого налога показывает обороты до 1 миллиона гривен, а штраф вменили человеку на 1 миллион 900 тысяч гривен. Это позор, позор государству, которое издевается над своими гражданами. Спасибо большое. Що ж, і завершуємо. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.